Кизил богат витамином С, поэтому способен защитить организм и укрепить иммунитет. Предлагаю рецепт заготовки кизила на зиму без варки. Так в ягоде сохранится больше полезных веществ. Подготовьте все ингредиенты. Кизил залейте кипятком и оставьте на 2 минуты. Потом слейте воду. Затем толкушкой или вилкой раздавите все ягоды. Косточки удалите. Удобнее это делать в перчатках. Добавьте сахар, перемешайте. Оставьте на 15 минут. Затем снова перемешайте. И снова оставьте на 15 минут. Повторите так еще один раз. Когда сахар полностью растворится, разложите кизил по чистым стерилизованным баночкам, закройте крышками. Кизил на зиму без варки готов. Приятного аппетита!